Нашла. Снимаются все маски и голограммы. Фантом предстает перед тобой в первозданном виде согласно своему эфирному коду ДНК. Он почему-то вышел и держит в руке, как воздушный шар. Только это не шарик, а его как сдувшаяся голограмма. Сдувшаяся голограмма? Да, вот она за ниточку держит, а она летает. Хорошо. Она, значит, в его биополе находится, да? В биороботе ничего нет? Нет, ничего. Защищаем его физический биоробот защитным потоком из чистых энергий Абсолюта. Берем Романа в защитный скафандр на время работы с тонкими телами. И вместе с тонкой копией Романа поднимайся в комнату диагностики. Пошел подъем. На месте. Хорошо, мы приветствуем Романа, интересуемся, готов ли он к диагностике и чистке, доверит ли он нам свое биополе на период сеанса. Он готов и доверит. Роман, а что это за шарик у вас в руках? Вы знаете? Голограмма у меня стояла. А где она? Куда она делась? И почему вы этот шарик в руках держите, я не пойму. Вы знаете, кто эту голограмму вам поставил? Он говорит, что я поймал оболочку. Голограмму собрали. Разберемся. Хорошо. Отправляем оболочку в клетку, тюрьму 1, 2, 3. Этот шарик. А от этого шарика выстраиваются каналы к ответственным 1, 2, 3. И по каналам я их притягиваю в клетку, тюрьму становятся моими заложниками. 1, 2, 3. Стоят в клетке. Гуманоид в клетке. Гуманоид. Ну что, хотел убежать от меня? А зря. А у меня к тебе пару вопросов есть. Так что рано ты ушел. Другие приходили. Не только ты. Ну? И что другие? Нашли тебя? А? Подняли мою голограмму. Тогда правильно. И понял, что нужно уходить. Угу. Хорошо. Посмотрим, кто там еще сидит. Разберемся. И я даю команду на счет 3. Сканер сканирует пространство над головой Романа под ногами. 1, 2, 3. Сканер сканирует все 7 тонких тел Романа. Находит все. Откуда ты, гуманоид? С Нибиру. А что это за шарик вот этот у него? По которому мы тебя притянули. Это оболочка от голограммы осталась или что? Да. Угу. А когда ты ушел, давно? Весь механизм я забрал. Хорошо, я проверю. Оболочка осталась. Если все чисто, я тебя отпущу на твою чистоту. Я только проверю это все. Ждем окончания сканирования. А эта оболочка еще как-то воздействовала на него? Нет. Хорошо. Он сам ее держал. Там нет подключки. Мы так и увидели. Хорошо. Ждем сканирования. Дракон у него. Какой? Красный, синий? Синий дракон. Синий дракон, хорошо. Дальше. И бес. Бес. Какой бес? 8. Считай цифру красного дракона. У синего дракона над головой. 32. Вот 18. Как. Синий дракон, как долго ты находился в этом биополе? 13 лет находился. Скажи, а почему тебя не нашли при последней чистке месяц назад? Тех, кто чистил. У них спросить. А ты какие-то действия принимала? Ты ставил какую-то голограмму, как-то отражал это все? Как это было? Или они голограмма просто... стояла. А, то есть не они... моя. Понял. То есть эта голограмма гуманоида, она спасла вас всех, получается? Только остальные разбежались. А, вот как, понятно. Хорошо, 13 лет ты сидел, тебя не нашли. А я синхронизирован. Ну, понятно, хорошо. Без 8 Гц. Как долго ты находился в этом биополе? Он выходит и заходит последние 4 года. У него воронка в ногах. Понятно. Чувствует опасность, выходит, вибрации понижаются, заходит. Скажи, бес, а почему вот твою воронку тоже никто не заметил? Когда они чистили там месяц назад, ты 4 года уже присутствуешь. Следы, безусловно, остались. Ты предпринимал какие-то действия? Ниже спусковые. А. Под ноги. А почему сейчас не спустил? Почему мы ее нашли? Сейчас невидимое сделал. Ладно, хорошо. Больше никого нет. Итак, у нас гуманоид, синий дракон и бес, да? Да. Хорошо. Давайте начнем с реверса энергии. Я даю команду тонкой копии Романа спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам. Откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам чужеродная по отношению к Роману. Энергию страха, энергию неуверенности, энергию всех болезней. Все, что он мог получить от них, возвращается к ним. И в том числе к этому шарику, если таковая энергия есть. Что идет, Вера, пиши, пожалуйста. Но к дракону идут. Такие серо-синие клубы грязные. Хорошо. Гуманоиду какие-то прозрачные энергии. Остаточная идет слово. Хорошо. Значит, остаточная энергия. Красно-черная идет к бесу. К бесу. Понятно.
Готово. Хорошо. Где у нас воронка с бесом находится? В клетке, да? В отдельной клетке. В отдельной клетке. Хорошо, поехали дальше. Реверс закончился? Да. Отлично. Установили фильтры золотой сеточкой на все каналы. И в порядке реверса Роман забирает всю чистую и светлую божественную энергию. Обратно пошла энергия божественная чистая. 1, 2, 3. Но голограмма, видимо, по всем чакрам была подключена. К нему возвращается радуга энергии. Вообще от всех идет по чакрам энергии от дракона. Угу. И от гуманоида, только от черта красной энергии. Хорошо. Нижняя чакра. Гуманоид, скажи мне, ты как долго находился до того момента, как ты ушел в этом биополе? 7 лет, как его заметил, 5 лет, как голограмма стоит. 5 лет, понятно. Ну, поэтому энергия возвращается, потому что там была полная синхронизация. Хорошо. Готово. Отлично. И я прошу, гуманоид, еще что-то осталось на твоей частоте? Посмотри. Да, остались небольшие. Да. Давай. Тебе выходить не надо, вытаскивай прямо из клетки. Забираю все чипы назад. Потому что мы сейчас будем проводить проверку после чистки на несколько миллионов герц. Если что-то останется, может хорошо по каналам ударить. Да, забрался. Хорошо, синий дракон, выходи. Вытаскивай все свои платы, отключай. И объясняй, где они стояли, как они работали. Приступай. Третий глаз стояла плата. Скажи, а что сны ты ему... Сны показывал. Сны. Сны ты ему показывал. То есть он летал во сне, да? Сновидение. Ты ему картинки космоса транслировал, правильно? Нет, он не летал, я приводила ему картинки. Я понимаю, что он не летал, и смотрел он картинки, которые ты видел своими глазами, и ты их транслировал. Но тема была о космосе или о чем-то другом, или ты принимал какое-то участие в его развитии, или тормозил это развитие. Какая цель твоего пребывания была? Я толкал его к звездному пути. Как мне понять, это толкал к звездному пути? Фильмы крутил, показывал ему другие миры. Понятно, хорошо. И какие действия ты его побуждал в обмен на... Не все он помнит, но развивался, искал. Хорошо. Если нас нашел, то значит развитие ты не до такой степени тормозил. Хорошо? Мне нужна эти энергии. Для того и плата у меня стоит. Собирать эти энергии. Драконы собирают обычно энергии с космических душ. Твой уровень говорит мне о том, что это душа из какой-то цивилизации, с какой пока я не знаю, узнаю в процессе чистки. Ты неправильно выражаешься. Хорошо, поправь меня. Душа может быть рождена на каком-то объекте. Цивилизации может быть много, там получают опыт. Например, сейчас его душа получает в вашей цивилизации опыт. Это мы знаем, что делает его душа в нашей цивилизации. Но душа родилась где-то, и у нее есть стержень родных энергий. Или это арктурианская душа, плеядианская или ангельская душа, эти стержни. Отлично видно. Я знаю, 3000-е драконы очень любят такие энергии. Итак, ты мне скажешь сам, откуда эта душа? Он сам тебе скажет. Хорошо. Ждем, пока он все вытащит. Только это не цивилизация, еще раз повторяю. Он все вытащит. Поехали дальше. Бес у нас остался. Бес, скажи мне, есть ли лярвы в биополе Романа? Да, есть. Где? Низ живота. Еще где? Суккуб там сидел. Он тоже убежал, да? Жареным запахло. А, ну да. Да, сыграл очко. Хорошо, бес. Если ты хочешь, я могу отдать тебе эти лярвы. Хочешь? Давай. Хорошо, но после того, как ты все вытащишь, выходи, снимай все, что ты оставил, рассказывай, как оно работало. И после этого я дам тебе отдельную команду. Приступай. За веревки дергал, да. На руках привязал, вниз его дергал. Какую реакцию вызывало это дергание? Как он реагировал на это? Кричал? Что там было? Не, суетился. Суета без плана, да? Мысли приходили. Еще больше суетиться. Планы строил бессмысленные. Угу. Думал, энергию вкладывал, а я дергал. Ну, так ты все вниз ко мне шло. Ты все под контролем держал, я смотрю, все его усилия, да? Ну, не все, были и другие. Да, понятно, если с гуманоидом там сидит рядом и другие. Хорошо. Ну, все снял. Хорошо, разрешаю тебе без забрать все лярвы, которые находятся в его биополе. Ничего не забывай, приступай.
Низ живота, у него только ляр. Хорошо. Черная, серая какая? Черная. О, ну это давно уже сидел инкуб, наверное, там, и суккуб. Если черная, это уже больше 10 лет должно быть. Вкусная. Хорошо. Так, иди в клетку. Я даю команду на рассинхронизацию энергии Романа. 2, 3. Пошла рассинхронизация до 100%. Готово. Ему без говорит, скажи ему, работает он много. Скопытится, если так продолжать будет. Роман, бес просил вам передать, что вы много работаете и вы скопытитесь, если вы так много будете работать. Физически, кажется. Физически? Ну, конечно, не надо себя уничтожать раньше времени. Нам физические силы даны на всю жизнь, и они должны, их надо распределить равномерно. Даю команду сканеру на контрольную проверку. Пошла контрольная проверка. Бес, а скажи, там есть какие-то эмоции злости, страха, ненависти, отчуждения, такого плана, эмоциональные? Там неуравновешенность есть. Хорошо. Я почему спрашиваю, потому что я сейчас могу выдавить из него... Стержень нарушен. Нарушен, понятно. Я могу выдавить все эмоциональные энергии и отдать тебе их, потому что мне их или скидывать, или отдать тебе. Так как я знаю, что это твоя чистота, поэтому я тебя спрашиваю, ты хочешь их получить? Много всплесков внутри. Хочу. Хорошо. Дойдет время, и я дам тебе эти энергии. Много всплесков. То есть нету эмоционального контроля над своими эмоциями. Нет контроля, правильно? Нет контроля внутри. Двери открыты. Не все выходит наружу. Внутри остается. Это даже очень даже нехорошо, потому что ему надо это все выдавливать из себя. Душит себя этим, душит. Чисто. Подхожу к Роману, кладу руки на плечи и даю импульс высокого вибрационного шока удара и сжигаю все каналы. 1, 2, 3, удар. Отлетают каналы, открывается портал в галактическое ядро, и эти каналы улетают на переработку в чистую первичную энергию. Закрываю, опечатывая, растворяю. Готово. Хорошо, буду отпускать тогда сейчас. Отпущу, а с бесом мы потом сейчас решим тоже вопрос. Синий дракон, я прошу от тебя слово синего дракона, что ты больше никогда не придешь в это биополе. Даю слово. Хорошо. Готов уходить? Готов. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте дракона. 1, 2, 3. И синий дракон уходит на свою частоту. Закрывая, печатывая, растворяя. Готово. Под шариком голограммы открывается портал в галактическое ядро. Шарик уходит на переработку. Закрывая, печатывая, растворяя. Готово. Хорошо, гуманоид. Буду отпускать тебя назад. Ты готов уходить? Готов. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте гуманоида. 1, 2, 3. Гуманоид забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою частоту. Закрывая, печатывая, растворяй. Есть. Хорошо. Сейчас тогда мы перейдем сразу к эмоциональному фантому. И после этого отпустим беса. Так. И выходит эмоциональный фантом Романа. И проецирует все негативные программы, негативные мыслеформы, а также всю низковибрационную эмоциональную энергию. Злость, раздражение, нервное проецируется на его эмоциональном фантоме. Да, вышло у него как всплески, как волны такие, вышел шар, намотался. Он об этих энергиях говорил без, да? Об этом неуравновешенности. Да. Хорошо, собираю все в шар. Готов забирать? Готов. Отправляю бесу. Его чистота. Подожди, подожди. Отдели оттуда его энергии. Хорошо, я даю команду его родные энергии. Выстраивается канал от этого шара к Роману. 1, 2, 3. И его родные энергии возвращаются к нему назад. До последнего микрона. А в шаре остается только негативная энергия. 1, 2, 3. Пошел реверс. Забираем все чистые свои энергии назад по праву. Это навредят еще мне. Ну, это первородные, скорее всего, да? Готово. Хорошо. Поехали дальше. Ты все, бес, закончили? Готов уходить? Шар-то отдай. Отдаю бесу шар. Шар-то отдай. Вот это мне знакомо. Вот это мне нравится. Что именно? Энергия? Энергии. Понятно. Эмоции. Отпускай меня. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте беса. 1, 2, 3. И бес собирает все, что он с собой принес, уходит на свою чистоту. Воронку отдашь? Ты больше никогда не придешь к нему с этой воронкой. Мы договорились? Уже все забрал, что хотел от него. Хорошо, больше не подходи. Тогда я тебе отдам ее. Мы договорились? Да. Отдаю бесу воронку. Забирай и уходи в свой портал.
Закрываю, готово. Печатаю, растворяю, ставлю огненную пентаграмму. Есть. Хорошо. Клетка пустая сейчас, да? Да. Поехали по частотам. Готово. Синхронизируется энергия, вибрация, гармонизируется, распределяется, усваивается наилучшим образом. 1, 2, 3. Переходим к активации, идентификации души. 1, 2, 3. Пошел процесс. У него душа сплеяд. Плеядианец. Отлично. И у него очень много сомнений. О, это не отлично. И когда он сомневается, у него всплески вот эти как раз происходят. То есть он впадает в какие-то определенные эмоциональные ловушки. Ловушки, и они по чакрам определяются. То есть вот ту красный, ту желтый переполняет. Ему гармония нужна, баланс всех этих энергий. И новый стержень, естественно, который он... У него как стержня нет, то есть он постоянно в сомнениях, у него смешиваются энергии, потом одна всплескивает, другая. Понятно, потом... это ужасный дискомфорт, причем при наличии энергии плеяд, они довольно плотные, это перекос, я так его назову, я сам плеядианец, поэтому знаю, как эти энергии могут воздействовать, даже дискомфортно, если человек иногда не имеет гармонии в себе. Ну вот этот дискомфорт у него после всплесков, сомнения выливается, он как пустой становится, не может найти себя. Он теряет стержень после этих всплесков. На радость интерферентам. Хорошо, поехали дальше. Пусть тонкая копия Романа вспомнит самый счастливый момент в жизни и даст нам числовое значение. 500. И поднимаем уровень эмоционального состояния тонкой копии Романа до числового значения 500 Гц. Пошел подъем. Гармония, уверенность в себе – это самое важное для него. Он теряется без гармонии и уверенности. Да для всех это важно. Готово. Отлично. Синхронизируется энергия, вибрация, гармонизируется, распределяется, усваивается наилучшим образом. 1, 2, 3. Готово. Хорошо, Роман. Мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете сейчас? Плотным чувствую. Не понял пока до конца, что произошло. Ну, наполненным. Наполненным, понятно. Мы убрали из вас интерферентов, мы заполнили вас родными энергиями, которые вам необходимы. Все 7 энергии пошли, все цвета. И вот сейчас вы синхронизированы и гармонизированы, и вы полны. Это полное... я чувствую. Да, я просто это расскажу. Это мне хорошо. Отлично, хорошо. Значит, у нас еще остались 10 вопросов к вашему куратору, и сейчас мы будем его приглашать в нашу комнату диагностики. И я делаю запрос в энергоинформационном поле и приглашаю в эту комнату диагностики прийти куратора или учителя Романа. Это мужчина. Снимаются все маски и голограммы. Фантом предстает перед тобой в первозданном виде, согласно своему эфирному коду ДНК. Мы приветствуем куратора или учителя Романа. Представьтесь, пожалуйста, как нам обращаться к вам? Тобис. Тобис. Мы приветствуем вас, вы куратор? Да. Куратор, хорошо. Приветствуем плеядианскую душу. Мы очень рады видеть плеядианца в нашей комнате диагностики. Уважаемый Тобис, мы сегодня проводили чистку по просьбе вашего подопечного Романа, вытащили из него все, что в нем было, заправили его родными энергиями. И он еще написал 10 вопросов, которые он хотел бы своему куратору задать. Будете ли вы так любезны, уважаемый Тобис, ответить на эти вопросы? Для начала приветствую всех в этой комнате. Приветствую вас. Приветствую Дельна Романа. Благодарю его за встречу. Отвечу на все его вопросы, так как это поможет плеядианской душе в дальнейшем развитии и жизни на Земле. Благодарю вас, уважаемый Тобис. Я начинаю с вашего позволения с первого вопроса. В принципе, ответ мы уже знаем. Откуда моя душа? Плеяды, 7 сестер. Замечательно. Я могу ко второму вопросу переходить? Да, конечно. Расскажите, пожалуйста, вкратце, прошлое воплощение, когда оно было, кем я был и что познал? Я так понимаю, речь идет о воплощении на Земле. Мне нужно посмотреть, конечно, в архивах.
Вы куратор на эту жизнь, конечно, в архиве. Это война. Какие года? У нас много войн было. Это войско Наполеона. Ты один из солдатов французской стороны. Цель твоей жизни была побороть страх. И как он справился? Какие-то года были Франция. Подожди. Да. Это бессмысленные действия. На этой войне ты потерял окончательно силу духа. Подожди, я подытожу. Значит, смысл был применить свои плеядианские энергии и стержень. Это и дало бы тебе силу духа. Ты искал, где применить это, и нашел место развития и гуманитарных наук. Ты пошел в армию, думая, что ты будешь сильнее. Но это окончательно тебя добило. Твой стержень погас, образовав пустоту. Это и сейчас еще переносится в твоей генетической памяти на твое воплощение. Забрал он этот кармический узел в эту жизнь? Это генетическая память. Генетическая память, понятно. Я первый раз слышу, что стержень может затухнуть. Это, конечно, если очень... Если не можешь развивать его. Он выключается, да? Я, честно говоря, даже сам не знал об этом. Он деактивируется. Так, каким не когда не пользуется. Идет развитие души. Да, точно так же со всеми дарами, которые нам даются в нашей жизни. Если мы их не развиваем, эти таланты, они очень легко уходят в никуда. Тобис, я благодарю вас за этот ответ, очень расширенный. Еще два слова можно сказать, как он прожил ту жизнь? Он был женат, у него была семья, или он погиб на войне? Нет, он вернулся с войны опустошенным и замерзшим. Старался вести обособленную жизнь. Ни с кем не общаясь, но все-таки встретил девушку, с которой поженился. Дети были? Жили в деревне, обособленно, но был счастлив, забив далеко, глубоко внутри себя пройденный опыт. Смог оправиться, жизнь в семье облагородила. Детей не было, потому что боялся будущего. Сколько он прожил в той жизни? Мой последний вопрос. 72 года. Довольно приличный возраст для той эпохи. Я благодарю вас, уважаемый Тобис, за эту расширенную информацию. Я думаю, она будет полезна вашему подопечному Роману. Если вы закончили, могу ли я продолжать? Пожалуйста, продолжай. Третий вопрос. Правильно ли я иду по программе и что надо менять? Не бойся сойти с программы. Ведь программу сам ты себе прописываешь, устанавливаешь. У программы есть много ответвлений. Это твои поступки и принятие решений. Нет правильного или неправильного пути. Все зависит от твоей уверенности и правильности самого решения, которое ты принимаешь по совести. Если решение принято по совести, ты идешь по правильному пути. Но иногда бывают ответвления и возвраты назад на тот же пункт назначения. И если ты смалодушничал или пошел за какими-то материальными благами в сторону, ты лишь теряешь время, потому что в конце ты все равно вернешься на исходную точку. Твоя душа в этом состоянии не развивается. Это и есть программа, как ты говоришь. Программа — это развитие души. И если ты идешь, ищешь и делаешь все по совести, ты на правильном пути. Все остальное тормозит тебя. Благодарю вас за эти прекрасные слова. Все понятно. Я лишь хочу добавить, что не надо путать с ошибками. Иногда ты думаешь, что ты все правильно делаешь, но получаешь негативный опыт. Негативный опыт тоже должен быть. Этот опыт пригодится тебе в дальнейшей жизни. Главное, что ты поступил в согласие своей души. Благодарю.
И я благодарю вас. Является ли мой брат моей родственной душой и пересекались ли мы с ним в прошлых воплощениях? Вы пересекались в прошлых воплощениях. Пересекались. Отлично. Он это хотел и услышать. Можно переходить к пятому вопросу? Можно. Сколько процентов черной энергии я набрал? Темной энергии? 23%. 23%. Он очень переживал, потому что ему какие-то регрессологи сказали, что он набрал 43%. Такого я еще в своей практике не видел, поэтому 23% это все лежит в нормальных средних цифрах. То есть ничего такого страшного не случилось. Он просто очень переживал по этой информации, и мы рады, что наконец он получил то, что... Многие люди на Земле любят преувеличивать. Почему-то люди думают, что указав больший размер или количество, это придает им значимости. Я перехотел перейти сразу к шестому вопросу. Шестой вопрос. 20 лет пил алкоголь. Как-то так просто бросил. Мне кто-то помог? Я лишь хочу добавить по прошлому вопросу. Холодный ум – самый лучший советчик. А теперь я перейду на ответ по поводу алкоголизма. Много кто помог, в том числе я. Понятно. Он очень этому удивлялся и до сих пор восхищается, как так легко получилось у него, потому что, в принципе, 20 лет – это довольно серьезно. Ничего бы не получилось без твоего собственного желания. Понятно. Вы усилили просто то, что у него уже имелось, и в результате получился… Я подвел к определенной точке, так же, как и наша встреча. Вы достучались. Я подвел к определенной точке и людям, которые смогли бы осуществить эту встречу. Пройдя путем ошибок, мы находим светлое ядро. Так же случилось с алкоголем. Благодарю вас, уважаемый Тобис. Мы здесь закончили, можно дальше идти? Да. Сколько кармических узлов я прошел и сколько осталось? 3 прошел, 3 впереди. Хорошо. Восьмой вопрос. На какие органы по здоровью мне стоит обратить внимание? Сердце, печень и половые органы. Благодарю вас. Я продолжаю? Да. Девятый вопрос, предпоследний. Какой уровень моего высшего я? 9. Благодарю вас. И последний вопрос. Какой совет хочет дать мне мой куратор? Я уже дал достаточно много советов. Твоя задача – меня услышать, что я бы хотел добиться от нашей встречи. Я бы хотел активировать твой внутренний стержень, плеяд. И мой совет, мой главный совет будет постоянно представляй, как он выглядит, чтобы он был живой, в рабочем состоянии, с гармонизированной и яркой энергией, которые помогут тебе найти гармонию внутри себя. Дай мне твои руки. Лучше всего, чтобы в этот момент ты представлял, как выглядят плеяды. Потому что энергия, которая проходит через тебя и находится в твоем стержне, происходит скопление плеяд. Представь все энергии по чакрам. Энергии плеяд немного томные, яркие, очень сочные цвета. Я бы сказал, густые, поэтому не надо перекачиваться энергией. 300-320% вполне достаточно для плеядианца. Твой стержень содержит все цвета радуги, все цвета твоих чакр. Находится он в твоем позвоночнике. Попробуй представить его. Можешь представить, как спираль. Поиграй с воображением. Твой стержень активирован. От него идут энергии в разные стороны по всему твоему телу.
Главное сгармонизировать их и распределить так, как тебе удобно, чтобы ты был в постоянном балансе. Я закончил с активацией. Дальше это твоя работа по распределению твоих энергий и стержня плеяд. Благодарю. Я хочу от себя еще два слова добавить. Эта энергия может себя также защищать, может себя лечить. Это его родные энергии. Для начала он должен прочувствовать ее. Отлично. Хорошо. Визуализировать. Дальше будет приходить больше информации, которую он будет готов принять. Чувствуется мудрость в ваших словах, уважаемый Тобис. Видимо, видно сразу. Вы очень опытный такой куратор, который знает очень точно, что он делает. Нам очень приятно с вами работать. Уважаемый Тобис, у нас есть... Мы закончили нашу чистку, стержень вы активировали, на вопросы ответили. Осталась одна единственная вещь. У нас есть очень добрая традиция в этой комнате диагностики. Каждому куратору, каждому учителю, который приходит в нашу комнату диагностики, или это ангельская, или первородная, или душа с плеяд, или с другой, любой другого места, мы всегда дарим один определенный подарок, который все с удовольствием всегда берут. И мы надеемся, вы его возьмете. И в твоих руках, Верочка, появляется большая корзинка с самыми вкусными и самыми спелыми ягодами, которые есть на Земле. 1, 2, 3. И мы хотели бы спросить разрешения куратора Тобиса, может ли он принять этот подарок в знак благодарности за нашу сегодняшнюю встречу, за то, что он помог своему подопечному этой замечательной информации и на добрые воспоминания. Этот подарок очень необычный для меня. Я приму его, благодарим чтобы вас. Сделать вам приятно. Благодарю вас. Но вы можете эти энергии попробовать. Пледианцы их уже пробовали, и я вам скажу, всем это нравится. Но это ваш выбор. Благодарю вас, уважаемый Тобис. Мы закончили. Я пока не знаю эти энергии, но буду разбираться с ними. Благодарю за эту встречу, Романа, в первую очередь, и вас, дорогие друзья. Мы делаем свою работу, мы очень рады. Передайте, пожалуйста, на плеядах, там знают, если до кого-то достучитесь. Мы с удовольствием поможем открыть двери этим людям, этим душам. Освободим их и покажем новый путь. Но тем, как до кого-то... прекрасный опыт. Замечательно. Благодарим еще раз вас, уважаемый Тобис. Примите искреннюю энергию благодарности на этом месте. Я не говорю прощайте, я говорю до скорых встреч. Возможно, мы еще встретимся и еще пообщаемся, если Роман поднимется в своем развитии, захочет встретиться, например, со своим высшим «я», задать ему вопросы какие-то, или после того, как сделать свои домашние задания, поговорить с вами, мы обязательно эту встречу организуем и встретимся еще раз с вами. Благодарю. Желаем, благодарим и мы вас, всего наилучшего, и привет плеядам от меня лично. Прощайте, и Роману в добрый путь. Всего доброго. Рассинхронизируйся, Верочка. Готово. Отлично. Роман, мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете? Мы сейчас пообщались, вернее, с вашим куратором после чистки. Как вы это все воспринимаете? У меня нет слов. Я горю, как свеча изнутри. Эти энергии будоражат и вибрации. Просто я все это чувствую. И сам куратор сказал мне в добрый путь. Я это воспринимаю как путь к знаниям. Очень рад этой встрече и благодарю вас. С удовольствием мы это сделали. Роман, это наша работа. Мы рады, что мы все ваши сомнения, все ваши вопросы, которые у вас были, все стало на свои места. Вы теперь чисты. Единственное, что смените там свои... поведение в определенных вопросах, когда вы на негативные вибрации прыгаете, и не стоит себя изнемождать физическим трудом, как вам один экземпляр здесь при чистке сказал. Берегите себя, смотрите вглубь себя, прочувствуйте свой стержень. Я тоже плеядианец, я вам скажу, это одна из самых сильных энергий, если вы умеете ей пользоваться. И все у вас будет хорошо. Во всяком случае, мы вам этого желаем. Хорошо, Роман. Теперь будем возвращать вас назад, ваш биоробот, чтобы все энергии перешли на физический план. И для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию Романа в систему биоробот-душа.
заводим, подключаем его к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Все энергии переходят на физический план, синхронизируются, гармонизируются и распределяются на всех уровнях. Готово. Отключайся от объекта и перемещайся в свою комнату диагностики. Пошел подъем. Я на месте.